снести памятник Пушкину. С этой инициативой выступают люди, которые сами еще недавно публиковали собственные стихи на русском языке. Сносить памятник собираются политики, которые за время своей карьеры не построили ничего особенного, кроме столбиков. Власти Латвии решили совершить все возможные ошибки по отношению к собственным русскоязычным жителям и гражданам. Обидеть, оттолкнуть, накричать, обвинить в чужих грехах. Это все, конечно, большая глупость и вредит только, в первую очередь, самой Латвии. Например, Европейский парламент использует в коммуникации языки национальных меньшинств. Используются в том числе и русский, и украинский языки. On Tuesday we received the answers to last year's resolution by the Secretary-General, and I was happy to read that the European Parliament finally increases its offer to minority languages. Parliament also started to treat requests with regard to providing information in Ukrainian and Russian languages.